Я всех приветствую, продолжаем проходить этот движ. Тут все мы что-то раз, шлем. Чё подбирать-то, а? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ага. Так, а там что за задание еще? Ни хрена себе, сколько солдафонов. Это чьи? Чужие, чьи свои, чьи не свои. Охренеть. Убейте в Мегариде. А где Мегарида? Ага. Мы победим. Это не то. Не то пальто. В Мегариде. Я понял. Так. Что там по заданиям? Карта. Так, это что? Пропавшая карта. Хер просы, что тут творить, а? Непонятно. Ну, не Одесса тут даже есть, да? Так, 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 наушнички поправил. Что за Одесса? Так зовут, наверное. Хер просыш, короче. Чё тут делать, а? Ладно, пойдем в эту сторону. Хрен с ним. Вот это берем задание. Что будет, то и будет. Я ни хрена не пойму вообще. Опа. Это что? Я думал, блин, верблюд. А я думал, сова. Ё-моё. Блять, как же ж полно всего вот этого движа, а? Задолбись, вот опять какая-то хрень показывает. Один в поле воин, вот не воин. Ладно, это само выполнится задание. Обыскать лагерь! Убедитесь, что спартан... Без таблички не возвращайся. Да ты что? Поливар. Потерял что-то? Нет, украли. Стентер сказал, что тебя беспокоят лазутчики. Угу. Уж лучше шериф. Лазутчик Афин, чем спартанец-предатель. Его нужно найти. Он унес с собой важные сведения. Где твой лазутчик? Он еще в лагере? Знал бы, сам справился. Вряд ли он еще здесь. Но уйти далеко он не мог. Стражник успел его ранить. Разве спартанец решился бы на такое? Возможно, он самозванец. Кто-то же портит наши припасы. К тому же наемников в Мегариде как грязи. Да и кто бы стал предавать Спарту? Я найду его и твою табличку. Найди. Ты не видел, куда он пошел? Говорят, в сторону холма. Там легче скрыться от преследователей. Ага. Скоро я вернусь с табличкой. В горах и лесах Мегариды опасно. А у него должны быть пособники. Я без труда разберусь с лазутчиком. Прощай. Прощай.
прощай. Так, что здесь у нас? Тебе лучше уйти. Я понял. Туда нам двигать, да? Ну, окей, окей. Лошадь возьмем. Что тут по карте? Двигать туда. Здесь что-то есть. Ага. Ладно, давай разберемся. Да ладно, без коня справлюсь. Идти минутку. Что за хрень еще? Это вор. Это вор. Это Санта Беймор. Так, тут какие-то еще. Что я искал? Что? А, сокровище еще нашел. Ладно. Пойдем это сделаем. Там сюда заскочим, туда, сюда. Там что тут, таблички, херички. Ой, контакт. Что там собрать-то? Что тут? Вовремя. Что? Что тебе нужно? И кто ты? Я тот, кто заберет у тебя табличку. Отдай мне табличку, или я не уйду. В этой войне нет победителей, но есть возможности. Не хочешь попробовать договориться? Нет. Табличка моя. И не мечтай. Значит, заплатят только одному из нас. Ура! Что это? Письмо. Ага. Табличка нужна Герканосу, а не Афининам. Нужно вернуть табличку командиру. Так, ладно, это я верну. Что-то тут, где тут еще что было? Тут была какая-то вон херня. Ладно, куда? Это вот сюда аж идти или что? Там что-то есть. Сдохни!
где? Кто тут? Старайся лучше. Так, так, так. Что там за движ? Тоже какой-то лагерь или чё? Ну да. Потихо. Попробую найти укрытие. Давайте отправимся в горы. Там точно найдется молодая кровь в поисках смысла жизни. Если заскучаем, всегда можно найти кого-нибудь и попытать. Вот почему я здесь. А как стрелы менять-то? А, вот так? Лучник укрылся вон там. Ничего не вижу. Угу. Похоже, жертву застали врасплох. Эй! Оп, вас всех! Найдите наемника! Ничего, справимся. Блять, они тупые вообще, или что? Что за баги такие? Что происходит? Ура! Я нашел! Так, 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 что тут у нас? Все, я собрал, да? Кто тут еще что-то? А, узника. Чеши давай отсюда. Что ты акаешь? Что? Текай отсюда, хлопец. Так, теперь надо двинуться. Где тут у нас по путям? Кто это такой еще? Геро. Нахрен они мне нужны, вот эти геросы? Какие-то мне надо вот сюда еще сбегать. За сокровищем, да. Я он тут лазит, а? Так. Пойдем сюда, посмотрим, что тут. Ого. Крепость Герания неприступна. Здесь афиняне хранят свои сокровища. Икар поможет мне в поисках. Сожгите что? Да.
Налупить всех надо, да? Что ж это такое, а? Все, да? Или что еще? Так-так-так, оп, типок. И вот, захуячить. Я не могу убить. Один готов. Так, чё дальше? Куда двигать-то тут, а? Ё-моё, сколько тут всего, а? Сколько тут всего? Так. Какие цели тут? Убить капитана, сокровищ, сжечь. Эй, тебя сюда не звали. Готовься к смерти. Никто меня не видит, все такие ходят тут. По херу всем, да? Ярики.
И чё? О, только что заметили меня. Как это он так заметил меня? Нет, ты не сбежишь. Вижу! Кто это, по мне что ли стреляет или чё? А? Сжечь припасы какие-то тут. Так, здесь я уже был, да? Так, что дальше? Так. Угу. Что тут нету входа, да? Не, я не пойму, а там что за фигня? Вот здесь я должен сжечь, или что это? Ага, вот так сделать. А как я поджечь должен это все? А? У меня же нет горящих стрел. Понял. Вот так должен поджечь, наверное. Как его кинуть? Ларка, я же горю! Все, я понял. Малака. Так. Так. Снаряга мне нужна. Угу. И не то я же куда-то зашел. Стрелы создать. А, изготовить максимум. Что, есть тут какой-то лук мощнявый, да? Угу. Ну давай. Есть оружие, давай посмотрим, что тут есть. Какое-то копье. Давай с копьем побегаем, чё. Ладно, то потом посмотрим. Давай с копьем. Кто там? Я что-то не пойму. Oh.
Медведина. Это поджигать надо, да? Ага. Что за хрень? Меня медвежара завалила. Охренеть. Сам выпустил и сам, под медведем сдох. Ну капец. Так, надеюсь, что меня никто не заметит. И где это я оказался? Что, да тут вот оказался я. Охренеть, охренеть. Чёрти где. Я херею, что за фигня произошла. Так, ладно, на этом хватит. В следующий раз грабанёмся.